Меня вы все, наверное, знаете. Я подполковник Карпов, начальник СКМ. Я привык ходить по лезвию ножа. Красная кнопка есть, и я давно ее нажал. Я эгоист, но мне как ни странно жаль не себя. Мне жаль трусливых псов, что лишь жалостливо себя. Сила, главный аргумент и довод. Я слишком гордый, чтобы строить из себя святого. Я как-то бак с ментолом вреден, но отличаюсь от других. И если что-то делаю, то лишь чему-то вопреки. Каждый решает сам, день кого-то или разговоры. Не досуг, не угадайте. Двух человек в моем кабинете. Быстренько. По правилам, никого не впускать, никого не упускать. Между подвигом и полностью тонкая нить. Попробуй перевредить меня в этом деле. Действовать быстро и без трёпа, самый действенный метод. Пусть тут важна процедура. Зато сердце кричит пора. Я иду на таран. Я-то? Давай. Да я всегда готов. Я такой, какой я есть. И не вам меня судить. Мне, Стас, спасибо. Такой, сам справлюсь. Зачем ты мне врёшь? Что ты хочешь? Я такой, Стас, какой я есть. И так просишь, Антоша. А как, Стас, мне что, на колени встать? Я такой, какой я есть. Стас, не надо. Чего не надо? Важна процедура. Я привык ходить по лезвию ножа и ставить на кон то, чем остальные. Хрен я, сто раз предупреждал. Как бойцовский ринг и бой с чемпионом мой. Кулаки сказали б за меня, если б я был не мой. Церемонится удел слабаков. Удача любит отчаянных, я давно с ней знаком. Да я сотрудник УСБ. Говорят, он хамоватый и дерзкий, но не похож ни на кого. И сравнивать его не с кем, это достаточно веский повод. Не лезь со мной в споры, достаточно одной искры, чтобы я вспыхнул как порох. Пусть вас хоть свора, хоть орава, хоть толпа, хоть скопище мне по барабану. Я не дрогну, я психопат тот еще. Я смотрю на мир из-под лобья, так он больше боится. Правда во мне, и мне не унять своих амбиций. Пусть разум молчит, зато сердце кричит пора. Я иду на таран. Но ты в этом отделе больше никогда работать не будешь. Ты уволят. Пипец, Серега. Просто пипец. Я такой, какой я есть. И меня не изменить. Я иду на таран, таран. А как врач? Я иду на таран. Стасик может сделать так, что он лет 10 под стражей просидит. Ну представьте себе меня. Только бы я пошел не в ментовку, а... Игорь Евгеньевич, зря ты так сказал. Лучше бы сходил медведя в зоопарке подразнил.